Сборная Казахстана по тяжелой атлетике триумфально закончила выступление на чемпионате мира в Хьюстоне. Подопечные Алексея Ни заняли третье место в общекомандном медальном зачете. Казахстанские атлеты завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. Золотые медали в активе Александра Зайчикова и Нижата Рахимова. Алмаз Утешев из Жазира Жапаркул завоевали серебро. Бронзовая награда уже Сулана Кадырбаева. Благодаря высоким результатам казахстанцы впервые сумели взять полный комплект лицензий на Олимпийские игры. 6 мужских и 4 женских.